Башкортостан занял второе место в рейтинге инвестиционной активности. Итоги мониторинга представили в ходе выездного инвесткампуса, который прошел в Челябинской области. Федеральные эксперты отметили несколько механизмов привлечения инвесторов, которые реализуют в республике и могут стать примером для внедрения в других регионах. Среди самых эффективных инструментов, в частности, обозначили Институт бизнес-шерифов, виртуальные туры по инвестплощадкам и подготовку бизнес-кейсов. Те самые упакованные инвестиционные предложения, бизнес-кейсы, которые предлагает Республика Башкортостан, собственно говоря, дает вектор для новых инвестиций, для привлечения новых предпринимателей. Плюс хороший инструмент и признан одним из лучших в стране – это инвестиционная карта Республики Башкортостан. Она доступная, она понятная предпринимательскому сообществу. Там есть вся необходимая информация. На данный момент опыт работы бизнес-шерифа в Башкортостане переняли коллеги из Мурманской области, а инструменты диджитал-обзоров теперь используют в Краснодарском крае, Приморье и Тульской области. По количеству инвестпроектов, запущенных с начала года, наш регион обошла только Московская область. Третью строчку рейтинга поделили Нижегородская область и Татарстан.